Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Бог дал этим людям гораздо больше, чем они себе представляют. Их способности к анализу и предсказанию событий просто зашкаливают. К сожалению, они не умеют пользоваться этими качествами. Человеку с буквы К по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Расположенность к лени у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. По существу носители этой вибрации люди необычайно впечатлительные, тонко чувствующие, нуждающиеся в любви и понимании. Но они слишком робки и уязвимы. И несмотря на свое природное красноречие и умение выражать свои мысли, они оказываются совершенно беспомощными, когда дело касается проявления собственных чувств. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Люди, управляемые числом 7 в нумерологии, обычно не ставят стяжательство и богатство целью своей жизни. Их вообще не очень волнует материальное благосостояние. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.